Но вернемся опять же к нашему сундуку. Вот это очень такое огромное, странное море, по которому плывут эти самые синерукие джамбри. А здесь, в этом сундуке, есть предмет с берегов этого моря. Я думаю, что его знают и дети, и взрослые. Он еще. Ракушка. А вы знаете, что бывает, если вот так вот приложить к ракушку к уху? Что слышно? Море. Давайте проверять. Вот так слышно море? Нет. А вот так? Да, звук моря у нас отдельно, в очень надежной упаковке. И сейчас... Сейчас будет песенка про море. Вместе со звуком, да. Вместе с прибоем. Да. Волны накатывают на берег. Кричат чайки. Следующий предмет достаем из сундука, очень непростой. И что я достал из сундука? Ничего. Как правило, первыми всегда отвечают дети. И тут же дают правильный ответ. Что? Ничего. Правильно. А взрослые начинают иногда придумывать. Ну как же там атмосферное давление, атмосферный воздух какой-то там придумывать. В общем, ничего. А вот поместилось. Продолжим. Итак, в теплой луже со своей громко квакал. Кто? Воробей. Воробей. Молодцы. Вот вам воробей. Вот зеленый сельдерей у нас так квакающий. Благодаря этому бармалею мы споем сельдерею, мы споем. Народную сельдерейскую песню. Народную сельдерейскую песню. Сельдерей цветет. Игорь перед концертом меня предупредил: Женя, ты только меня не смеши, потому что, говорит, если я буду смеяться, я не смогу петь. Вот я вообще тебя не смешила ни разу, видишь, а ты все равно смеешься. Клевер. Дивиди, клевер вози, зелен убирать, дивиди, сено коси.
Тех ворот дили-дили этих ворвал, чтобы никто дили-дили нам не решал. Тех ворот дили-дили этих ворвал, чтобы никто дили-дили нам не мешал. Дом-дом-дом-дом-дом. Англичане любят есть на ужин пудинг. Потому что пудинг... Подожди, там кто-то знает. Давай вместе. Давай вместе, хорошо. Англичане любят есть на ужин пудинг. Потому что пудинг очень вкусный блюдинг. А те, кто любит пудинг и часто ходит в гостинг, не бывает худинг, а бывает толстинг. Сейчас мы споем песню про самого знаменитого в Англии человека. А вы спросите, чем же он так знаменит? Об этом и песня. Ну, ее надо заслушать до конца, потому что сначала непонятно. Это будет выясниться в самом конце. Сэр Джонатан Билл, который убил медведя в черном бару. Сэр Джонатан Билл, который купил в прошлом году кенгуру. Сэр Джонатан Билл, который скопил пробок два сундука. Сэр Джонатан Билл, который кормил финиками быка. Вау. Сэр Джонатан Билл, который лечил ячмень на левом глазу. Сэр Джонатан Билл, который учил греть по нотам козу. Сэр Джонатан Билл, который уплыл в Индию к тетушке Трот. Так вот, этот самый Джонатан Билл очень любил компот. А вы любите компот? Любите компот, да? Как-то не уверен. Как-то не уверен, да. Вы любите компот, люди? Да. Хорошо. А варенье вы любите? Да. А что больше, компот или варенье? Варенье. Варенье. Это правильно, потому что мы тоже любим варенье. И у нас даже есть одни знакомые привидения, которые тоже любят варенье. Привидения мы тоже возим с собой. Они у нас живут в специальном домике, который называется Акарина. И когда мы поем про них, они нам помогают и подвывают. Вот они так вот подвывают. Так. Слышали, да? А что вот так? По-моему, там прибавилось. Итак, песня про привидений, которые очень любят варенье. Один
Чай с вареньем, сладко чмокая в угле. Надоели им гнилушки, да моченые сморчки. Привидения дуют в крошки, обжигая кулачки. Обжигая кулачки. Вот они спорхнули с ели. В лунном свете мельтешат. И все варенье съели, за добавкою спешат. Липнут к окнам нетерпенье. Я решил сказать в ответ: извините, привиденья, но варенья больше нет. Как это нет? Да, так нет. Как это нет? Нашего любимого клубничного варенья. Где оно? Варенье кончилось. Приходите завтра. Вареньем не досталось, надо что-нибудь для привидений сделать хорошее. Например, спеть песню для привидений, но не просто так, а на специальном привиденческом языке. Это очень простой язык, мы сейчас всех вас научим ему. Да, в нем все звуки тянутся, вот, например, или сейчас возьмем простую песню на человеческом языке. Сначала ее с вами споем, а потом споем ее же на привиденческом языке. Ну, например, вот все знают песни типа «Жили у бабуси два веселых гуся» или там, например, что там еще? «Жил был у бабушки серенький козлик». Вот вам что нравится, про козлика или про гусей? Про гусей, про гусей. Про гусей. Ну давайте вспомним оригинал сначала, что я с тобой делал. «Жили у бабуси два веселых гуся, один серый друг и белый два веселых гуся». Так вот, чтобы спеть эту песню на привиденческом языке, нужно выбрать только одну гласную букву. Которая вот тянется или А, или О, или У. Предлагайте какую-нибудь одну. У. Очень хорошо. Самый привиденческий вот, звук. Да. И вот мы сейчас споем эту песню с использованием только одной гласной У. А все остальные согласные остаются на своих местах. Гласные согласные остаются, а гласные только У. Получается так. Жу-бу-бу-бу-су, иду-бу-бу-су-лу-бу-су, у-дон-су-ру-другой будет, у-бу-су-лу-бу-су. Вы поняли, да? Давайте вместе споем, классно, споем эту песню на привиденческом языке. Жу-бу-бу-бу-су, у-бу-су-лу-бу-су, у-дон-су-ру-другой будет, у-бу-су-лу-бу-су. Выбираем другую гласную, которая тянется. Давай. Ну только вы тоже пойте таким хорошим привиденческим хором. Жала абабаса, абабаса лакаса, абабаса лакаса, абабаса лакаса. Молодцы. Привидения вас поймут. Так, ну и давайте для... Какую-нибудь сложную гласную положите.